Сайт basketballtraining.org.ua. Уроки баскетбола, баскетбольные тренировки от А до Я представляет Nike Signature Moves, часть 2. Майкл Ред. Майкл Ред. Используя заслон. Самое важное – это создать для себя нужную дистанцию, создать свободное место, с которого вы сможете атаковать кольцо. Я дожидаюсь, когда мой партнер придет и поставит заслон. Вот он остановился. Заслон правильный. Я выхожу на периметр и получаю мяч. Телом, головой и мячом я делаю показный бросок. Защитник верит в него. Теперь я начинаю дриблинг. Один шаг вовнутрь и один назад. Это степ-бэк. После чего я выполняю бросок. Шаг назад и бросок. Этой дистанции вполне достаточно. Еще раз пошагово. Используя заслон, выходим на периметр. Делаем ложный показ. Один удар к кольцу. Шаг назад и бросок. Теперь посмотрим это в динамике. Майкл Ред ждет заслон. Заслон пошел, Ред выбегает. Получает мяч на периметре. Делает показ. И начинает якобы проход. Защитник инстинктивно рванет к кольцу. Но здесь происходит отшаг назад, степ-бэк, после которого Ред атакует. Если у вас хороший бросок, это прекрасный способ завершить атаку. Бросок после разворота. Покажу вам, как это делается. Для начала я ставлю своего защитника в такую позицию, что он в любом случае наткнется на заслон. И я выбегаю на периметр. Расстояние между мной и защитником уже создано. Я получаю мяч, разворачиваюсь. Самое важное – завертеть себя левой ногой так, чтобы тело остановилось. И вам не нужно было ни отклоняться, ни пытаться удержать себя в равновесии. После чего идет бросок. Еще раз пошагово. Дождались заслона, вышли на периметр. Ногой завертели себя вокруг оси, остановились и бросили. Теперь посмотрим это в динамике. Ред нацелен на комбинацию, отжимает защитника, наводит его на заслон, выбегает на периметр, получает мяч, закручивает себя ногой, быстрый разворот лицом к кольцу и бросок в прыжке. Типичная игра снайпера. Майкл Ред покажет нам еще один способ, используя заслон, выйти на позицию для свободного броска. Для меня, как и для каждого снайпера, очень важно создать позицию, с которой я смогу свободно бросить. А легче всего это сделать с помощью заслона. Я дожидаюсь, когда тяжелый форвард или центровой поставит мне заслон. Я прохожу очень близко к нему. И я не даю возможность моему защитнику пойти за мной в эту же щель. На линии фолов я получаю мяч. Здесь очень важно понимать, что развернуться вы должны еще на земле. Не нужно совершать бросков с разворотом, это только усложнит попадание в кольцо. Вы развернулись на земле и бросили. Знаете, что центр или еще один игрок выйдет размениваться. Вы должны быть к этому готовы, понимать, что там будет рука. Но концентрация должна позволить вам забить. Пошагово. Дожидаемся заслона. Выходим на линию штрафных бросков, разворачиваемся, выпрыгиваем и бросаем. Теперь как это выглядит в реальности. Динамическая ситуация. Пошел заслон. Ред проходит вплотную к своему партнеру. Получает мяч на линии фолов. Вот он пошел, небольшой размен. Разворачивается и бросок в прыжке. Если вы не любите бросать трехочковые, но дружите со средней дистанцией, это вариант именно для вас. Последнее, что покажет нам сегодня Майкл Ред, это еще одно использование заслона. Он говорит, что не один раз уже выбегает на периметр, бросает, и защитник должен уже понять, что и как будет в этой комбинации. И вот он выбегает
вроде бы за заслон, но в последний момент отскакивает в угол. Защитник пытается обижать заслон с другой стороны, чтобы помешать стандартной комбинации, но комбинация меняется, и Ред получает мяч в углу, после чего совершает бросок. Важно получить мяч уже на согнутых ногах, тогда вам не нужно будет присаживаться для выполнения прыжка, а вы сможете прыгнуть сразу, это сэкономит вам очень ценные секунды. В чем основное отличие? Мы все так же ждем заслон, мы все так же выходим через него, но меняем направление и уходим в угол, получая мяч и выполняем бросок. Теперь взглянем на то, как бы это смотрелось в игровой ситуации. Снова одна и та же комбинация. Защитник уже должен ее читать. И он пробует ее прочитать. Через заслон он пытается обижать не за Редом, а как бы предугадать его направление. Но комбинация уже изменена. И Ред уходит в угол. Получает мяч на согнутых ногах и бросает. Много места, много времени. Прекрасная возможность для набрания очков.